Фестиваль «Читающий мир» традиционно проводится в регионе, чтобы привлечь внимание к книге, чтению, национальным литературам и языкам, ведь в современном, стремительно развивающемся мире постоянной величиной остается имидж человека-читающего. В период, когда мы привыкли черпать информацию тезисно из лент социальных сетей, книга по-прежнему остается для нас особым даром, благодаря которому мы познаем себя, мы узнаем об этом мире, о смысле жизни. И это очень важный дар, который, конечно, нам надо беречь и хранить. Центральное событие читающего мира – книжная выставка-ярмарка. На территории областной библиотеки имени Горького будут представлены 4000 наименований печатной продукции от 80 издательств. Состоится конкурс «Книга года». На участие заявлено 186 изданий, 70 издательств по 10 номинациям. И это для сравнения в 1,5 раза большее количество претендентов, чем в 2017 году. Непростое для мира время фестиваль проходит с соблюдением всех мер предосторожности, но неизменно, это видно уже по церемонии открытия, собирает немалое количество тех, кто влюблен в книги и чтение. Мы счастливы приветствовать в Рязани представителей разных регионов. Спасибо вам большое, что в это непростое время вы здесь вместе с нами. Ну, с замечательным началом, читающий мир. Среди мероприятий фестиваля – литературные праздники, презентации книг и журналов, встречи с блогерами и писателями, лекции литературных критиков и ученых. Ключевыми темами фестиваля в этом году станут 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 125-летие Сергея Есенина. Все мероприятия бесплатны и продлятся до 19 сентября. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».